Высокие горы, глубокие горные реки. На фоне такой красоты, конечно же, хочется пить прекрасные травяные чаи. По дороге мы собрали душицу, орегано. Сейчас я ее добавлю в чайник. У меня будет хороший таежный сбор. Но всегда с собой у меня есть еще и чай Абис Органик, иван-чай с дягелем. Так как иван-чай добавляет крепости, наполняет организм микроэлементами, а дягель улучшает иммунитет, улучшает состояние суставов. А у нас впереди еще столько подъемов и восхождений.